Только-только мы привыкли к самому понятию шоп-тур, но связывали его обычно с зарубежными вояжами. Как шоп-туризм стал неотъемлемой частью нашей российской и в том числе южноуральской действительности. Очередное, уже 8-е путешествие началось ранним утром в пятницу из Челябинска. Комфортабельный автобус, 4 десятка единомышленников, мелькающие за окном уральские пейзажи, небольшие анонсы о маршруте следования, краткое знакомство друг с другом. Шоп-тур начался. Наша справка. Для поддержки малого и среднего предпринимательства Центр «Мой бизнес» Челябинской области ищет все новые и новые формы взаимодействия с фермерами, а также интересные маршруты для путешествий южноуральцев. У нас это 8-й шоп-тур, и мы каждый раз находим в шоп-туре 5-6 участников. Показывать, безусловно, у нас есть что. У нас с вами очень богатая область на объекты и туристические, и сельские. Первая остановка, и мы сразу попадаем на аграрную ярмарку. Как минимум 3 раза в год. Плюс еще на Сабантуе у нас огромная выставка-продажа, где более 200 продавцов. Я договорилась с погодой, чтобы сегодня не было жарко. Начали челябинские шоперы с покупки ремонтантной клубники. Это была запланированная встреча. Но затарившись сладкой ягодкой, участники успели познакомиться и с другими товарами. И дальше в Кузнецкое, где их уже встречали хлебом, солью на павлиньей ферме. И вас, конечно же, приветствует руссконародная девушка и девушка из Башкирии. Павлины, олени, ослик, играющий в мяч, экскурсия от хозяйки и стол с товарами собственного производства и сувенирами. Вопросы, торг, общая фотография на память и дальше по маршруту. В Кыштыме встреча была сладкой. Мы в кондитерской. Город старый и рецепты традиционные. Пирожные и печенье под травяной чаек. Путешественники довольны. И в Челябинск уезжает десертная продукция от пекарни «Малахит». Следующая остановка – небольшой отдел «Все свое» в торговом центре. Ребята дело знают. И торговля экологическими товарами идет бойко. Но, как говорится, не хлебом единым. Кыштым – город удивительной архитектуры, и участники шоп-тура направляются к знаменитому Белому дому. Просто погулять в историческом демидовском месте и сделать чудесные фото. Кыштым познакомил еще с одним интересным экскурсионным маршрутом – в Сугамакскую пещеру. Сначала пешая прогулка, затем спуск в горную расщелину, а после – легкий пикник на свежем воздухе. Масса впечатлений и знакомств, а также полезных для бизнеса контактов. Но пора назад в Челябинск. В Челябинске, прежде чем расстаться, шоперы посетили еще одно рыбное место. В прямом смысле слова. Свежая, копченая, вяленая и мороженая рыбка с прилавков переместилась в сумки покупателей. День был насыщенным. Путешественники уже строят новые планы. А мы в следующих выпусках обязательно подробнее познакомим вас с теми, кто для нас стал настоящими открытиями шоп-тура. Работа Центра «Мой бизнес» осуществляется в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».